Приветствую вас, друзья мои! Наша прошлая прогулка закончилась на Виа дель Корсо. Сейчас я остановлюсь на перекрестке Виа ди Пьетро и Виа делле Мурате. Через Виа ди Пьетро вы выйдете к Пьяцца ди Пьетро. Она знаменита 11 15-метровыми колоннами из белого мрамора. Это остатки от храма, построенного в честь императора Адриана. А там уже и рукой подать до пантеона. Для ориентира подскажу вам, что в правом здании находится магазин Венки, шоколада и мороженого. Я свернула на Виа делле Мурате. Это одна из трех улиц, которая ведет к фонтану Треви. Фонтан Треви по-прежнему остается одним из самых посещаемых туристами мест. Это настоящий шедевр архитектуры. Каждый день множество туристов со всего мира проходят по этой улице, чтобы выйти к фонтану. Эта улица очень оживленная, и поэтому здесь много магазинов, баров, ресторанов и сувенирных лавок. Давайте прогуляемся по этой улице, позаглядываем в магазины, лавки и ресторанчики. Джелатерия и пастичерия Дон Нино. Это джелатерия, пятикратный чемпион Италии по мороженому. Это мороженое продолжает завоевывать признание во всем мире. А значит, дорогие друзья, его надо попробовать. Еще в детстве Франческо, хозяин этого заведения, мечтал стать одним из самых важных итальянских мастеров мороженого. Ведь это семейная традиция делать мороженое. Она перешла от деда к отцу, а теперь к сыну, Франческо Мастрояни. Помните, что попробовав здесь мороженое, вы попробуете оригинальные авторские изыски Франческо Мастрояни. А чтобы определиться со вкусом, вам даже дадут попробовать это мороженое. Так что не теряйтесь, подходите, пробуйте и покупайте. Разнообразное мороженое и дружелюбная обстановка, что очень важно в торговле. Переступить порог пастичерии Дон Нино означает погрузиться в запах сладких и соленых деликатесов, открыть для себя новые сладости и новые вкусы. Аромат кофе и свежеиспеченных сладостей слышен даже на улице. Это прекрасное место, куда можно забежать позавтракать, перекусить или остановиться на аперитив. Здесь прекрасный дизайн, продуманный до деталей, внимание и комфорт. И каждый, кто заходит сюда, чувствует себя как дома. Напротив – небольшой магазин одежды. Давайте заглянем и сюда. Этот магазинчик подойдет для тех, кто ищет необычные и яркие подарки. Здесь такой большой и разнообразный выбор. На первый взгляд кажется безделушка, но такая красивая, яркая и оригинальная, что сразу хочется ее купить. Тоже советую сюда заглянуть. Сеть этих магазинов работает на рынке уже 30 лет. Вот такая оригинально-подарочная терка. Сюда можно складывать украшения, яркие кухонные весы, которые украсят вашу кухню, набор для юного художника, кухонный таймер,
очень милые пиалы. Симпатичные яркие ложки, прихватка в виде пасты. Такими ложками я обычно мешаю салаты и раскладываю по тарелкам. А с помощью этой гайки можно нарезать тонко овощи. Яркие красивые солонки. Пробки для бутылок. Оригинальный степлер в форме совы и кошки. Стаканы, крышки. Подставка под карандаши и ручки, держатель скотча, это, по-моему, ручки в форме куколок. Клаксоны на велосипед, и вот так выглядит магазин в целом. Держатель очков, подставка для зубной щетки. Разнообразные зубные щетки и подставки к ним. Посмотрите, какая красота! Осенний атрибут – зонтик, и это тоже зонтик. В общем, вот такой яркий и симпатичный магазинчик. Советую и вам заглянуть туда. Прохожу через винный магазинчик, здесь вовсю шла дегустация, и иду дальше. Еще одна джелатерия на этой же улице.
Ребята работают очень быстро, внимательно. Одно удовольствие наблюдать за ними. Сколько б я ни говорила об итальянском джелато, какое оно вкусное и разнообразное, его надо попробовать. Так что, когда приедете в Рим, первым делом пробуйте мороженое. Вот так называется эта джелатерия «Джелато Итальяно». Через вот этот винный магазинчик мы только что проходили. Обратите внимание, какой здесь поток туристов. Проходят туристические группы, и тут же обедают люди в ресторанах. Одно другому не мешают. Вот такой Рим. Еще один магазин сувениров. Здесь такое разнообразие, и цены доступны всем. Проголодались? Хотите быстро и недорого перекусить? Тогда заходите сюда. Разнообразие здесь большое, на любой вкус. Вас быстро обслужат, вы покушаете и пойдете дальше гулять по вечному городу. В ресторане придется ждать дольше. Мой вам совет. В обед лучше перекусить в таких местах. Перекусили и пошли гулять дальше. А вечером можно сходить в ресторан или пиццерию, где пока принесут вам заказ, вы с фужером вина можете посидеть и расслабиться после долгих прогулок по Риму. Вот так выглядит это место с улицы. Вот она, узкая улочка, которая ведет к фонтану Треви. Давайте заглянем еще в один магазин. Здесь вы можете купить себе панино. Панино – это итальянский горячий бутерброд. Дословно с итальянского языка панино переводится как «небольшая булочка». Отличие от бутерброда заключается в том, что панино должно быть закрыто с двух сторон. Панино разрезают вдоль и наполняют разными начинками.
has. Joey bought me those. Так интересно наблюдать за людьми, когда приближаются к фонтану. Вроде бы идешь по узкой улочке, рассматриваешь витрины, наслаждаешься атмосферой, строишь планы на вечер, и тут внезапно появляется на крошечной площади, зажатый между домов, огромный фонтан Треви. Самый интересный момент наблюдать за туристами, когда они выходят с улицы на площадь и первые секунды видят фонтан. Кто-то вскрикивает от счастья, кто-то, как вкопанный, останавливается и начинает рассматривать, а кто-то, сломя голову, бежит к фонтану, чтобы бросить монету и сфотографироваться. И тут ты видишь людей с сияющими глазами и счастливыми, что смогли увидеть такую красоту своими глазами. А для кого-то это была мечта – увидеть фонтан Треви. Самый лучший сезон для пробы каштанов – это, конечно же, осень. Они сейчас свежие и очень вкусные. Мы тоже покупаем каштаны и жарим на специальной сковороде. Очень люблю запах жареных каштанов. А вы? Продолжаем путь по Виа дель Лаваторе. Это еще одна из трех улиц, которая ведет к фонтану Треви. Но мы уже идем от фонтана Треви. Давайте зайдем в бар «Джелатерия Треви». Этот бар «Джелатерия» является старейшим магазином мороженого у фонтана Треви. И через него проходят тысячи туристов и покупают здесь мороженое. Если зайдете сюда, обязательно обратите внимание на оформление бара. Я заметила, что многие продавцы уже начали говорить на китайском языке. Панино. Это двери в туалет, всегда можете воспользоваться. Посмотрите, какая очередь выстроилась в кассу, она заканчивается на улице. И вот как раз вид на фонтан Треви. Ну а мы двигаемся дальше по Виа дель Лаваторе. Здесь можно купить пиццу на вес. Посмотрите, как вход ресторанчика увит плющом.
Я решила заглянуть в ресторанчик, посмотреть на интерьер, а заодно и чем кормят. Сейчас около 5 часов вечера. То есть кто обедал, уже пообедал, а до ужина еще далеко. Тихое и спокойное место, рядом с фонтаном Треви. По соседству находится замечательная салюмерия. Здесь огромный выбор высококачественного мяса, сыров, закусок, консерв, яичных макарон и вин. Просто божественное место. Задержаться здесь однозначно стоит. На этой же улице был еще очень интересный винный магазин, но дело в том, что в Риме очень много людей из Африки. Они хватают тебя за руку, думают, что все туристы хотят с ними сфотографироваться, а потом за это дадут им монету. Я стараюсь быстро уйти с тех мест, где они появляются. Как-то так. Они очень навязчивый народ. И я свернула на Виа делла Панетерия. И еще одно местечко, куда советую вам зайти. Здесь огромный выбор колбас, сыров и вина. Проходите, усаживайтесь за столик, и вам принесут нарезку и вино. У вас будет возможность попробовать сыры и салями в ассортименте. Отличное место. Такая дегустация у вас обойдется 15 евро на одного человека и 28 на двоих. Если вы не голодны, то можно вот так продегустировать. Здесь проходит Виа дель Тритоне, а это Виа делле Панетерие, по которой мы с вами пришли. Я перешла Виа дель Тритоне и свернула в самую первую улочку. И здесь джелатерии, магазины, рестораны. Эта улочка по прямой приведет вас к Испанской площади. Вон там уже Испанская площадь. Здесь, как всегда, людно и музыка играет. Times whenever I'm in my disillusion.
А сейчас мы уже в аутлете Вальмонтоне, который находится в часе езды от Рима. Это один из самых крупнейших аутлетов в центре Италии. Мы приехали сюда кое-что купить, заодно и вам немного покажу. В аутлете Вальмонтоне можно приобрести одежду не только итальянских брендов, но и средней ценовой категории. На территории Вальмонтона есть множество кафешек, ресторанов, магазинов для дома. В общем, здесь есть все, что необходимо. А неподалеку от аутлета расположен парк развлечения под названием Magic Land. Мечта любого ребенка. Осень и весна, наверное, лучшее время для отдыха в Италии. А октябрь в Риме – это бархатный сезон, когда на улице комфортно, тепло и в меру солнечно. Средняя температура днем – плюс 20-25, а ночью – плюс 12. Так что планируйте свой отпуск и приезжайте в Рим. Сартория. Здесь шьют и ремонтируют одежду. Мы были в выходной день здесь. Посмотрите, сколько народу. А вот такой вид с магазина для дома на ресторанчик. Посуда выставлена по цветам: красный, оранжевый, зеленый. Гейзерная кофеварка Мокко, которую имеет каждая итальянская семья. Такие разнообразные интересные тарелки. Очень милые чистки для картофеля и моркови. Небо такое хмурое было, но дождя в этот день так и не было. Мы купили все, что хотели, съели по мороженому и поехали домой. А это, ребята, на территории аутлета замечательная детская игровая площадка. Пока кто-то из родителей ходит по магазину, дети развлекаются и отдыхают здесь.
А вот такие граффити можно встретить в Риме. Очень даже симпатично. Район Рима, где я живу. На этом наша небольшая прогулка заканчивается. Огромное вам спасибо, что досмотрели видео до конца. И надеюсь, оно было полезным для вас. До новых видео, друзья! И спасибо вам всем за отзывы о моем канале. С вами была Тати Рома и Рим Онлайн.